чему готовиться, чего ожидать, некоторые новости в учете рейтинга подписчиков. Впереди сентябрь, и в сентябре нас ожидают, разумеется, несколько событий, помимо нашего дня рождения. 8 сентября семинар Фабрисио Гургелло в клубе... Или как там его правильно? Но не суть. В клубе Ludus Dom. 9 сентября Moscow International Open IBJJF, как в ги, так и в ноу-ги. Надеюсь, вы уже зарегистрировались. И 22 сентября Леонид Готовский на правах единственного и эксклюзивного представителя ADCC в России проводит турнир ADCC Moscow Open. Берегите колени, стопы, пятки и учитесь группироваться на слэмах. Правила не детские. 6 октября гимназиум Еврокап. Гимназиуму становится тесно в рамках Российской Федерации, и он решил провести разведку боем в Европе. Турнир пройдет в Словении. Ну и разумеется, российскому турниру на чужбине требуется подкрепление. Зарегистрируйся на гимназиум Абсолют, раскатай европейцев, получи денежную компенсацию и покажи всем российский борцовский дух. Хочу напомнить, что формат гимназиум Абсолют – это когда вы сразу регистрируетесь в абсолютную весовую категорию в свой поясной дивизион и проверяете свою джиу-джитсу на прочность в реальных спортивных условиях. И, кстати, впервые на гимназиуме будет представлена команда BJJ Freaks. Ну, представьте, от вашей команды на гимназиум Кап зарегистрировалось 1-2 человека. Забрать командное место при таком раскладе нереально. Ну, максимум, если эти двое выигрывают платиновые или, скажем, бриллиантовые медали. Но таких медалей пока не предусмотрено. Хотя гимназиум растет, вот. Мало ли что там дальше. Посему вы можете зарегистрироваться в команду BJJ Freaks. На странице регистрации команда пишется вот так. И чем черт не шутит, может, хайпанем да затащим? А что там за океаном? А за океаном 22 августа начинается чемпионат мира IBJJF Master Worlds. И, как и в прошлом году, он обещает побить рекорды по количеству выступающих спортсменов. Для сравнения, IBJJF Worlds, который проходит в начале мая, это 10 татами, а IBJJF Master Worlds это, дай бог памяти, 12-14 татами, или 16, если мне не изменяет память. А она с возрастом мне что-то все чаще и чаще стало изменять. Черных поясов всех поколений тьма. Даже заявлено несколько коралловых. Скажете, мол, да фиг ли нам смотреть на этих стариканов? И будете неправы. Во-первых, это то самое олдскульное джиу-джитсу. Простое и эффективное. С бросками и так далее. Еще бы. Часть представленных компетиторов еще Хелио живым застали. Да что там Хелио? Некоторые из них стали напомнят. Кроме того, среди так называемых ветеранов представлены такие имена, как Рафаэль Барата Фрейтас, Самир Шантре, Асфальдо Моезинье, Марсело Мафра, Игорь Силва, Эллиот Кейли, Клаудио Довал, Ванесса Векслер, Моник Рикардо, ну и так далее. Имен масса, повторюсь. Более того, в Блэках замечено и русское имя. Иван Чумаков будет представлять Российскую Федерацию и клуб Рибейра. В общем, есть за кого поболеть. И несколько слов о рейтинге. Вы же в курсе, что теперь каждый коммент и лайк, который вы оставляете на BJJ Freaks, оценивается рейтинговыми баллами. И обладатель наибольшего количества баллов за отчетный период, а это 3 недели, получает в подарок месячную подписку премиум. Мы дополняем условия накапливания баллов. Теперь админы могут лично, на свое усмотрение, вознаграждать дополнительными баллами подписчиков, оставивших самый интересный, смешной, дурацкий, в общем, выдающийся комментарий. Но, кстати, за некоторые комменты админы могут также и лишить некоторого количества баллов. Минус 10 IQ Гриффиндору! А спонсора сегодняшнего выпуска нет. Поэтому закругляемся и расходимся. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всех событий.
прошлого и на будущее. Или как?